Сьогодні день сонцезахисних окулярів, і у нас у студії Анна Постован, фешн-експерт, стиліст та ще й бізнес-тренер. Доброго ранку. Доброго ранку. Як ми святково зайшли в інтерв'ю. Взагалі. Так. У понеділок зранку. О, нарешті понеділок. Нарешті, так, да, попрацювати. Да. Так, ну що, давайте почнемо. Боже, які вони красиві. Так. Тільки обережно. Будь ласка, все для вас. У мене є чоловічі, звичайно. А це жіночі? А давайте одразу будемо про це обговорювати. Що найчастіше при виборі окулярів запитують покупці? Як правильно їх скоординувати, щоб вони вибрали правильні окуляри? По-перше, клієнти – це люди. Кожна людина, знаючи про те, що... А можна російською? Можна. Можна. Тому що українське мені немножечко сложно. І кожен із нас, це в першу чергу ми люди. І нам важливо, щоб це було естетично привлекательно. Красиво. Поэтому люди завжди, коли ти мені спрашиваєш, що мені важливо учесть при виборі очков для вас, перше, що я слышу, ну, должно бути красиво. Я говорю, звісно, неважно, мужчина, женщина, діти, подростки, люди хочуть, щоб це було красиво. Второе, то, що люблять вообще клієнти, це щоб була легкость і щоб була некая така вот, чаще всего ми видим либо класику, хоча я не знаю, по какой причине хейтеры вас захейтили. Я теж не знаю. Це, потому что у вас, в принципе, да, посадка ок, все норм, и центр глаза все тоже ок. И в то же время... Як люди, легко, як легко тебе оцінили. А как посадка, же? Центр ока. Посадка, да, все как заушник заканчивается за ухом, линия бровей совпала с линией бровей вашей. Единственное, что вы здесь, вот вам может быть немного неудобно, когда вы улыбаетесь. Лучезарной улыбкой, но немножко видно, поэтому так. Можно было бы. В принципе, да, в основном люди смотрят на то, что им нравится. Но первое, на что они обращают внимание, это, конечно же, цвет. Потому что люди любят, либо это классика, это черное, вот как мы видим, либо, ну опять же, вот черное, и в то же время модель может быть с вот такими, скажем так, вставками из... металла. Ну, ще залежить там оправа, без оправи. Тут же ж просто скло. Это без, да. И в то же время оно смотрится не, оно, получается, не утяжеляет образ. Потому что клиенты очень часто, вот они говорят, я не хочу такие, чтобы они были такие тяжелые. Массивные. Да, да, не очень. И в то же время вы уже это умерили модель. Так, да? Померил, классный. Да, если смотреть вот то, что клиенты хотят сегодня, клиенты хотят что-то узенькое, маленькое. И я одразу сгадала, не мультик про кого? Ні, да, да, точно, да, точно, про Буратино. То, что я слышу, кот Базилио, как у Лепса, как у Гаррі Поттера. Так. То есть каждому времени... До речі, у Лепса так. О, Макс, ти знаєш? Щось ну, тому є. Щось да, вот, трішки незручно, але ж... Ти... А, потому что, смотрите, ми делаємо індивідуальну посадку под каждого клієнта. Поэтому каждую модель, которую ви там вибрали, так. Для того, чтобы вы чувствовали себя в ней просто идеально, наш мастер делает это под вас. Например, вот у меня есть как о, раз это моя пример. Улюбленная марочка. Да, ой, я не знаю, класс. Можно ли озвучивать бренды. Поэтому я скажу, я думаю, люди, які знають, вони зрозуміють. Да, вот это. Можно я? Тепер я. Пожалуйста, капля. И в то же время, видите, заушник сделан конкретно под ту форму, под ту посадку, чтобы клиенту было удобно. О, Аллочка. Тут уже все. Пряно-горчичный цвет платья. Такой прям коньячный, как говорят мои коллеги, цвет линз. Поэтому тому, да-да-да, тут треба запам'ятати. Да, а ще эта линза, опять же, она... А я вже подивився, воно класно. Она является фотохромной. Людям это нравится. Что это означает? Да, рассказываю. Людям это очень нравится. То есть, когда мы смотрим на эту линзу, когда мы находимся здесь с вами, скажем так, в студии или десь в помещении, она будет у нас вот такой полицейский вот цвет. Одразу. Я хотел сказать, ты будешь добрым полицейским, а я поганым. А вы будете злым, да. Так. И при этом под воздействием ультрафиолета, когда клиент выходит на улицу, гуляет много, она еще становится более темная. То есть это может быть как в солнце, так может быть и в оптике. Вот, к примеру, вашу оптическую оправу прекрасно можно было бы... Затонувати? Це, ну, дополнить линзой, так? Да, фотохромной, и в то же время, вот вы бы здесь вот в студии сидели, она была бы прозрачной, когда бы вы вышли на улицу, она бы стала затемняться. Что бы это вам дало? Первое, то есть человеку комфортно, вы не щуритесь, да? Нету вот этого вот, так. Да? То есть вы можете в ней работать и за компьютером, потому что также этот спектр синего цвета, который действует на наши глаза, тоже будет блокироваться. Поэтому в этом солнце акцент на том, что сейчас в тренде, если я хожу там по торговому центру, или я пришла на какую-то вечеринку, у меня лук, да, у меня тренд на лук. И как бы очки, это часть этого лука. Аксессуар. И снимать, да, и снимать их я бы, наверное, не очень хотела. Поэтому есть такие модели, которые вначале светлая линза, потом, когда вы выходите на улицу, затемняется. Либо вот такого плана. То есть у меня лук.
Класс. Я могу ходить как стильно, по улице. Стильно. Ходить по улице, и в то же время, если мне надо, я могу сделать вот так. Это тоже будет ок, потому что это тренд. И сейчас вот все эти вещи, как знаете, а какие очки вот мне надо выбрать по форме лица? Когда я сталкиваюсь с клиентами с такими запросами, я всегда озвучиваю. Смотрите, сейчас такого понятия, как что в тренде или что вот вы должны там купить, уже нет. Очень многие фэшн-издания, они пишут, что, вы знаете, все смешалось. Поэтому каждый может выбрать, сейчас вот модно. То, что подобается. Да, то, к чему лежит душа. И сейчас очень круто делать оптический гардероб. Так. Поэтому у меня есть как солнце, так и оптика, то есть и то, и то. Пример, вот если у меня там рабочая среда, очень такая встреча с моими коллегами там, в мире оптики, понятное дело, что я обязательно приду в оптическое право. В любом случае это будет оптика, желательно с фотохромом, конечно, потому что мы... Оптичное право, це, наскільки я правильно розумію, це ось... Ага. Зараз так. Все покажуть. Раз мы уже начали, да. То есть вот эта оправа оптическая с фотохромной лентой. Ага. Если мы ее, вот даже вот если у вас вот можно под искусственным светом оставить, эта линза станет темной. Поэтому если я иду на некую встречу, мне надо очень бизнес, она темной станет. Если у нас есть сейчас где-то ультрафиолет или хотя бы под лампу, она реально... На улицу выходишь, и она... На улицу выходит, да. Поэтому я пойду на эту встречу вот в оправе. То есть понятное дело, чтобы мои коллеги видели, что ну, то есть, действительно так. Я в теме. В то же время оправа, ну, понятное дело, острый кошачий глаз, это всегда очень женственно, это всегда некий такой стиль, и это та форма, которая будет в тренде вот вечно. Вот есть ряд форм, которые из моды не выходят. То есть ты один раз купил эти очки, ты сделал инвестицию, точно так же, как вот капля. Это вечно. Это и под костюм, и под платье, и под некие такие casual, и под урбанистический стиль, и под все что угодно. И люди, вот сейчас, конечно, может, я под цветом немножко в ней побуду, Ну, будет интересно подивитися, как она темнее. Да, пусть будет. Вот, поэтому люди сейчас, вот те, кто действительно, вот они привыкли к тому, что очки — это очки, они выберут более классику. Особенно мужчины, конечно, это их любовь, это прямоугольные формы. Ой, боже, да, это красиво. Да, я специально взяла для мужчин, потому что я знаю, что они это любят. Да, пожалуйста. Боже, вот. Як це. Да, только так. Опять же, делаю акцент, что здесь индивидуальная посадка. А оно трешки замалое. Это моего мужа. У меня у него очень узенькое лицо, поэтому мастер сделал посадку под мужа. Попробуйте чуть-чуть. Ну, а як що зламаю? Ничего боюсь. Не сломайте. Не переживайте, это гибкий пластик. Матриця. Вот. Да, это так. Классика. Вам червону або синю таблетку? А як же? І мені так само. Клас. Поэтому клиенты, которые приходят за классикой, пожалуйста, классика, она вечна. То есть клиент купил под все образы. Вот действительно, я вам озвучила. А это очки мужа, им я уже не знаю, сколько лет. Человек вот купил, и, наверное, вот... И завжди в тренде, тому що йому комфортно. Конечно. Так. Или же, вот эта модель, которую я вам тоже показывала, это я ему сделала подарок, потому что говорю, муж, ну, может, тебе бы пора уже... А як він сприйняв, до речі, тому що форма така неоднозначна. Да, вот вы спрашиваете тоже, как люди реагируют. Первая его реакция такая... Ой, я таке носить не буду. Ну, так. Я би таке не носила, чесно. А я в такому чесно. Буду ходити? Я точно так же, коли ти працюєш з клієнтом, да, тут важна подача. От я працюю з клієнтом. У мене був конкретний примір. От на другу модель мужчина прийшов, фанат Ray-Ban. Он мені озвучить, я хочу тільки цей бренд і все. Не знаю, можно говорить это вам или нет, но так было. И в то же время мы работаем с мужчиной. Я понимаю, что мужчина очень такой импозантный, харизматичный. И в то же время он очень скромен. И как-то ему даже вот боязно озвучить, что, возможно, он бы хотел что-то новое. Соответственно, где-то ну, в течение минут 15 общения говорю, как вы смотрите на то, чтобы ну, хотя бы примерить то, что действительно вот вы ранее не мерили. А вдруг вам понравится? И даю ему модель вот эту. Ой, класс. Форма панто, это тоже классика, выделенная линия бровей, округлый низ, это считается классикой, и при этом заушник хаки, и что еще есть, флекс, флексирующий заушник. Ой, это дуже зручно. Вот видите, вот, так. Да. Опять же, под каждый, вот если вы посмотрите эту модель, она намного легче, так. Она мягче, здесь более мягкий пластик и плотное зеркало, которое дает вот защиту. О. Поліс. Це тепер покажіть ми будемо документи. Знати, як правильно вибирати. Звісно, ви смотрите, так, щоб вам було дійсно в них комфортно. І при тебе сфотографувати, так? Ну, так, мені цікаво давай. Подивитися, як воно а виглядає. Як же? А як же? Бачите, форма понтовська. Ми одразу все
Да, Макс, особливо в кольорах студії, шикарно. Взагалі, да? Угу. Вибрали. Слухайте, ну дуже зручно в них. Зручно, тому що вони... І пластик легким, дуже приємний. Здесь он такой матовый и мягкий. Это как раз тот бренд, который специализируется на изготовлении именно оптики. Потому что если смотреть там на другие бренды, это есть фэшн-бренды, да, и у них очень часто акцент там на одежду. Если это конкретно оптический бренд, как Ray-Ban и остальное, то здесь будет акцент именно на качество очков. Поэтому клиент примерил эту модель, и мне понравилась его реакция. Такой, такое бывает. Зашарився. Так, о, це так мило. Стоїть, так було мило. Я їм говорю, і як ви смотрите на те, щоб дійсно, можливо, у виді експерименту ви вибрали цю модель? Він говорить, я ще не готовий. І в той же час, тож він все-таки вибрав Ray-Ban, україномовний теж мужчинчик, він каже, я подумаю. Тобто клієнту ви не нав'язуєте, ви йому показуєте. Отут одразу запитання. Ви як бізнес-тренер, ти як бізнес-тренер, так. Як ти в... навчаєш, і що ти радиш продавчиням, та, щоб вони реально так шукали ключик до кожного. Тому що комусь реально треба цей ключик, щоб підказати і переламати ту систему, до якої звикли, так? Ну, звісно. Саме головне в роботі з клієнтом – це, знаєте, такі прості речі, які дуже дійсні, це виявлення потребностей. Тому що ми не екстрасенси, ми не володіємо якими-то, я не знаю, телепатичними навиками, що я зараз, от, Максим, я зараз буду читати там, ваші мислі, ні в коем случае. Я все сам расскажу. Вот, так просто у человека необходимо спросить. Потому что когда ты приходишь в специализированную оптику приобрести или оптику, или солнце, если у человека он уже переступил порог, если он уже преодолел барьер и через, скажем так, 15 секунд не выскочил, потому что, да не, мне там не, ну, ничего не надо, значит, у человека что есть? Есть потребность в очках. Так. Самое главное в это время клиенту создать такой комфорт, чтобы он хотел нам это все рассказывать. И, конечно же, спросить, что для вас важно. Не что я хочу продать, да, потому что ну, мало правильно говорить, что, ну, понятное дело, что все на проценте, все хотят продать. Так. И в то же время это необходимо делать профессионально, это необходимо делать культурно. Ну, чтобы людина задоволена, лишилась делать... результатом и спілкуванием. Да, с эмпатией, с сопереживанием. Что понятное дело, что если клиент приходит, он осознает, что мы в бизнесе. И в то же время, когда клиенты потом тебе оставляют такие прекрасные отзывы, что класс, я вообще... Вот у меня, кстати, была вот клиентка, говорит, я вже багато років не можу обрати собі окуляри. Я говорю, чому? У мене тут щось перенісям. Я коли смотрю на таких клієнтів, говорю, це не з перенісям у вас щось. Вам потрібно просто обрати правильну модель. Да. Клас. Да. И ну, так бывает. И так бывает. Говорю, нет, ну, мы все, мы уникальны. У нас есть уникальные свои там особенности и фишки. И в то же время, посмотрите, это только я взяла там часть вещей. Так. Когда вы приходите в специализированную оптику, там же стоек. Каждому клиенту можно выбрать. И при этом необходимо все-таки уточнить те нюансы выявления потребностей, то есть которые клиенту будут реально важны. Потому что если клиент, вот приходит барышня, к примеру, они любят что-то такое вот огромное, вот эта вот модель немного массивна оверсайз. Да, массивна. То есть, вот, и барышни говорят, мне надо так, чтобы... Ну, то есть, солидно. Солидно. Говорю, хорошо, даем. Эта модель, несмотря на то, что она такая вот выделяющаяся, она относительно легкая. Она относительно легкая, и в то же время эффект у нас есть. Если мы клиенткам будем показывать что-либо такое более ощутимое по весу, ну, им, извините, для инстасторис, там еще так. Где-то, ну, там пару каких-то минут. Краса потребует жертв. Конечно. Вот сейчас вот тоже есть модели, ну, понятно, в разы больше, то есть ты их так меряешь, типа так чук. Тобто ти з ними, по суті, ніде не походиш. Ні, це для... от сугубо інстаграмна річ. От є таке поняття, як інстаграмна річ. А, тобто з'явився іще стенд із окуляри для інстаграм. Чисто під інстаграм, так. Потім і під тікток з'являться. Чи це універсально, під інстаграм і під тікток? Під тікток там другі. Тіктоки там знімають більш такі подвіжні речі, то в інстаграмі більш постановочні речі. Ти вже знаєш цих клієнтів, ти можеш їм сказати, що зараз в тренді, що буде. Якщо ти приходять клієнти, скажімо так, ну, большая часть клиентов, они хотят что-то универсальное. И при этом для меня всегда очень интересно, что для клиента универсальность может проявляться в очень разных вещах. Вот, к примеру, и вот такое тоже может быть универсальным. Хотя плотное зеркальное покрытие, очень яркое, кстати, под ваше опять пряно-горчичное платье. От, і в то же время для клієнта... Ой, ну ідеально. І вони так ідеально сіли, прям...
Видите? Під тебе спеціально робили. Дякую. Під сьогоднішній ефір. Зробили під цей ефір, що компанія старалася. От, і ти клієнту... Ну, вони реально зручні, дуже зручні. Вони легкі, вони глянцеві. І тут сіло, бо зазвичай у мене завжди проблема, що мені щось тут заважає. Тут щось переноситься, не те. Ти так, як всіх на мене, що там щось не то. Ні, там нічого нет, ми тебе просто вибрали модель, яка дійсно ідеально сядет. Якщо ще мастер поколдує там за наушниками и всем остальным, это будет просто идеалочка. Поэтому каждому клиенту мы действительно выбираем и предоставляем то, что ему необходимо. Мы не додумываем за клиента, потому что действительно для меня это, скажем так, ну окей, норм, а для кого-то ничего. Стресс. Стресс, да? Я когда появляюсь вот в этих очках, вот другой раз у людей действительно шок. Так. Они смотрят на меня даже по улице. А чему? Вони ж ніби нічого такого. Ну, слухай, люди ж консервативні. Да, да, у людей это может вызвать шок. Другой раз они смотрят такие... Ну, пішла, так. Пішла, да, знаем кто. Не знаем куда, да? И в то же время, если бы я выбрала более спокойную так. модель, вот меня знают там мои ребята, мои друзья, они сказали, они вообще что температура. То есть выбрать классику очень трудно. И в то же время вот эти модели, кстати, они пользовались спросом, и они были еще в сиреневом цвете. Я, здається, бачила в клипе Насти Каменских, она же дуже схожа була, да. так. Вот в такой форме тоже клиенты любят. Клиенты любят, почему? Потому что, опять же, это может быть форма панто, то есть выделена линия бровей и округлый низ. И в то же время, если клиенту необходимо взять модель, которая вот она будет темная, вот вы спрашивали, на что там еще клиенты смотрят на цвет линзы. Это заблуждение, что чем темнее линза, тем лучше защита. Нет, просто здесь мне будет более комфортно, когда на улице солнечная погода, я буду себя чувствовать более, ну скажем так, удобно. В каком плане? Что я, опять же, не буду щуриться. Когда на улице более такая светлая погода, я люблю выбрать градиентную линзу. То есть от темного к светлому. Клиенты тоже говорят, вы знаете, я когда вот с машины выхожу, да, я не вижу. Соответственно, когда клиент в очках с такого типа окрашивания, он смотрит вниз, здесь светленькая линза, да, и он все видит. Плюс, если ему кто-то звонит, смс-ка, торпеда автомобиля. Поэтому мы тоже у клиента спрашиваем, можем показывать. Очень часто клиенты спрашивают, скажите, просто, чем темнее линза, тем лучше защита. Говорю, ни в коем случае. Скільки нюансов? Нюансов миллион. Так, дивись, мы плавно перейшли до того, что зараз будет развеивание мифу. Тому если що, хотите, да. Хочемо, потому что ну, реально у людей прийнято вважати, що найкращий захист тоді, коли лінза абсолютно темна. Ні, в цій лінзі теж 100% защита від ультрафіолету. То есть, як зрозуміти цей захист? Смотрите, якщо ви йдете в спеціалізовану точку, ну, то есть оптику, то, понятне діло, що всі очки, які там є, якщо це бренд, якщо це ім'я бренда, то компанія не може собі ну, позволить, ви ж поймите всякі вещи, то это апріорі 100% защита от ультрафіолета во всіх очках. А проверить, ну, я думаю, що ну, то есть по телевизору очень часто видела, когда там берут на раскладках очки, даже приходили к нам, специальный этот аппарат, там смотрели так. и все остальное. Ну, не в этом суть. Суть в том, что когда клиенты приобретают очень темные линзы на раскладках, то есть у нас наша физиология глаза следующая. Зрачок — это центр глаза, это пустота. Там ничего нет. Когда мы надеваем очень темную линзу, соответственно, зрачок что делает? Расширяется. И вот этот ультрафиолет экспрессом, наоборот, экспрессом весь куда? На сетчатку глаза. Что с ней? Как в детстве по физике, помните, опыт мы делали, да, да, линзу брали. Вот так, она выгорает. Конечно. И при этом, ну, рассказывать каждый раз клиенту эти вещи, ну, как-то не хочется портить ему и настроение, и все. И в то же время очень даже, вот я скажу это слово, больно видеть, когда это делают детям. Когда вот родители, гуляя там где-то по этих точках, берут там очки 10 гривен. На. Будешь классным. Да. А очи сгорять. А очи сгорять. А потом эти детки, это сразу клиенты клиник, аппаратного лечения, операций. Это все там ну, побочные действия. Поэтому мы всегда озвучиваем. Мы, это имеется люди, которые работают в сфере оптики, которые врачи и все остальное. Лучше приобрести действительно хорошие очки. Один раз. Это будет стоить там, ну, понятное дело, не 10 гривен. Это будет стоить там, ну, определенную сумму. И в то же время у вас будет защита. Вы будете предотвращать, а не потом уже лечить так. последствия. Поэтому все очки, которые куплены вот в лицензованных магазинах, о, давайте так скажем, да, они имеют 100% захисту от ультрафиолета. И цвет линзы никоим образом не влияет на защиту. Это только
комфорт, вот тот, который я вам проговорила. То есть если на улице очень солнечно, я выберу модель с плотным зеркалом, потому что зеркало что делает? Отбивает лучи, поэтому ок. И в то же время, если я хочу, потому что я знаю, что я там буду, к примеру, очень много передвигаться на по улице. Городу, зайти и выйти, транспорт, машина, там еще, я не знаю, торговый центр, я лучше выберу такого плана модель, потому что в зеркале, когда ты заходишь куда-то, ну, понятно, что видно как-то не очень. Ну, поэтому так, хочется... есть нюансы. Да, и при этом, если на улице не очень солнечно, и в то же время даже зимой мы рекомендуем носить очки. Только хотела запутать, для белого снега теж. А как же, оно же режет, оно же резит вот эти. Бывает у вас такое же, выходит, у вас зайчики буває. Прям вы ловите, и потом думаешь... Було таке у іспімосів, коли почалася зимку... історія проти, ну, антисонцевих. Ми сьогодні, до речі, читали, вони з кісток із дерева робили окуляри. А ви видели первые очки, так, которые у них были, вот эти такие круглые, с такими щелочками. Так. Я их тоже видела вживую на выставке. Мы, когда, да, я видела, у меня даже фото где-то есть, потом в Инстаграм не выставила. А наша компания делала в коллаборации с украинским брендом одним AR, если я правильно говорю, модели. То есть сейчас не модно приходить там и мерять. Модно делать инстамаски, там какие-то инсталляции. Поэтому мы делали с украинским брендом. Ты приходишь по QR-коду, наводишь и меряешь очки. Ух то ты. Есть было такое, ничего. Да. И, соответственно, для того, что мы были, ну, в этом же в арсенале, все как положено, там же среди фэшена. Вот. И получается, клиенты, когда пришли, ну, чтобы их так немножечко завлечь, у нас стояли эти очки. Слухайте, ми згадали фешн, а як відомо, фешн – it's our profession. І тут є один маленький нюанс. Да. Ми подивилися самі окуляри, але мене хвилює ось це. Да. Гігієна самих окулярів, тому що це дуже важливо. От скажи мені, будь ласка, як професіонал, як експерт, от якщо є на лінзі якісь плями, це шкодить зору людини? Ні, вам просто погано видно. Тобто просто є в інтернеті так, ну, знаєш, сам собі лікар і діагноз. Або якась царапинка маленька на лінзі, то все. Це шкодить зору людини Ні, на 100%. Це не шкодить, це дійсно некомфортно. К примеру, як правильно хранити очки? О. Все починається з елементарних речей. Первое. У нас всегда есть футляр. Так. Если это оптика, вот, ну и солнце желательно, обязательно он должен быть твердым. Вот если футляр вот такого плана твердый, это просто мечта, потому что все вот эти вот мягкие вещи, они понятное дело, что очки, да, если там сумку бросил или еще что-то, в любом случае, лучше вот плотный футляр. Салфетки, которые идут в нем, это так. Транспортировочные салфетки. Почему? То есть рекомендуется класть очки линзами вниз на эту транспортировочную салфетку, а по уходу за ними использовать отдельные. Отдельные это салфетка... А в нас звыкли все одни салфетки. Моя же, одни и вся семья вытирает. Вся семья, совершенно. То, что нема еще срок годности, ничего страшного. Салфетка из микрофибры, желательно большого размера, потрогайте. Боже, яка вона приятна. Тобто її можна використовувати і прати. Ань, а ось ці принти не будуть шкодити? Ні, ні, це для естетики, тому що люди люблять, коли все гарно. Красиво і по-модному, так. Тому повинно бути скрізь все. Треба заохотити. А як же, да. Поэтому стирати її не рекомендується, так як вона теряє свої свойства. Тобто після того, як ви її, ну, скажімо так, використовуєте, її треба просто вибросити і купити другу. А скажи, скільки рекомендовано її використовувати? В зависимості від того, як часто ви її використовуєте. Ну, якщо кожного дня, наприклад, я свої міняю десь раз в 4 місяці. А, тобто однієї вистачає на 4 місяці? Може, і на нормально? Сезон. Може, і полгода, але це є, як, примеру, от вона большая така, і я її там, ну, скажімо так, не сильно... А можна? Да, будь ласка. Вот, руки поэтому... чешуться, знаєш, як у ворони на все. Да, це, кстати, американський бренд, очень такой лакшери, це вони роблять. Звісно, якщо і другого качества, то я вам принесла самий топчик. Вот, скажи, поэтому... я вибачу, а да. Її можна спробувати на власних окулярах? Будь ласочка, ось спрей. А так, до спрей, навіщо? Зараз я тут закінчу. Поэтому мы очки кладем на транспортировочную так. салфетку линзами вниз. И вот эту я приучаю всех своих там друзей и родственников. Ну, понятно, что это немножко по размеру. Так, по-моему, я взяла вот здесь, чтобы показать, чтобы это было релевантно. Вот, салфеточки бывают разные. Так. То есть вот. Может быть, вот такая веселенькая, маленькая, удобная, с очками, кстати, тоже выбрала. И эту я всегда рекомендую класть вот так вот сверху.
Соответственно. Так, ну, да. Да. Друзі, дивіться, зараз важливий нюанс, щоб ви просто розуміли, як дійсно це правильно носиться. Бачите, ось ця салфетка, вона ну, реально може бути маленька, до розміру якого, в принципі, ми всі звикли. І вона кладеться поверх окулярів. Ось чорні окуляри, і ось так от накладаєте. І, в принципі, нормально можете, так. Да. Транспортувати, куди хочеш. Так вам удобно, тобто не обов'язково так ровненько, красивенько, да, все, ну, в окулярі, да, поїхали. Потім, коли я хочу ці очки, ну, тобто взяти, скажімо так, надіть, я использую тільки вот эту салфетку. Так. Я взяла, тобто, опять же, протерла, так. Да? Если они там не очень загрязнились, то можно без спрея. Все, они у меня чистые, красивые, готовы к использованию. Опять же, следующее, сейчас мы про спрей дойдем. Не рекомендуется носить очки на голове. То, что мы все очень сильно любим, потому что расшатываются вот эти наушники, расшатываются вот эти болты, и потом клиенты приходят, ну, ваш же мастер может там вкрутить? Я говорю, ну, первые 12 раз может, а потом уже, наверное, уже нет. Поэтому, если мы хотим продлить срок эксплуатации очков, не рекомендуется носить на голове. Следующее, то, что вы уже так озвучили. Я люблю, так я же говорю, что обручи у нас, да? Следующее, то, что вы озвучиваете. Не рекомендуется класть очки линзами вниз на твердые поверхности. Потому что если это оптический продукт, ну, конечно, оно же трется. Так. То есть, смотрите, вы это можете изначально и не почувствовать. И в то же время в процессе эксплуатации, во-первых, это увижу я. Ну, то есть человек, который говорит, это я сразу увижу, подумаю, какие же условия хранения, да? Да, второе, понятное дело, что вы в них потом будете плохо видеть, скажете, что вы мне продали за плохие очки. Такое тоже бывает. Так. Особенно меня очень умиляет, когда приходит клиент, говорю, а покажите, пожалуйста, как вы храните очки? Он говорит, ну, у тебя коробочки, ну, покажи, будь ласка, мне коробочку. Открываем мне одного разу клиент коробочку, а в коробочке оливец, ключи. И больше всего, что я запомнила, это гвоздь сотка. Я даже знаю, как он выглядит, да. Поэтому я когда увидела гвоздь сотка, и там сверху вот так лежали его оптические, ну, очки. Класс. Для чтения. Я так посмотрела, такая. Ну, тут питання, як би, самі собою. Конечно. А нашу там гвіздок отой, соточка. Ну, мужчинка связана на в его работе. На всякий випадок. А, щоб просто, щоб було. Ему потрібно було гвіздок, да. Поэтому все зависит от того, как вы будете использовать. В то же время, понятное дело, если это солнце, ну, смотря куда вы в нем будете ходить. Если вы поедете на озеро, вы будете жарить там какие-то вкусняшки, вы будете плескаться, особенно если есть там детки. Все остальное, в любом случае, линза будет что? Пачкаться. Так. Это нормально. Особенно если это плотное зеркальное покрытие, то она будет пачкаться очень сильно. Если вы захотите ее, там, скажем, очистить, то просто вот этим ну, салфеткой у вас это не получится. Для этого есть спрей. Спреї також можна приобрести. Ну, що ж ви так, давайте. Що ж ми як не вміємо, так? Ну, так. Ні, ну, так. Желательно на селфі. А, на... Бачиш, тут неук. Треба вчити все, пожалуйста. Розумієш? Знаєш, діло мастера боїться. Тому що є спори по поводу того, як краще на лінзу або на ветош, то краще сюди. Поэтому спреї, вони очищають. Також є спреї, які з антифог. Противотуманки, как в машине, потому что все-таки в зимнее время года, да? Конечно, это же, ну, все-таки, особенно если ты, ну, я езжу на общественном транспорте, я иду там по улице, ну, когда мне очень хочется быть фэшн, вот, хотя у меня все хорошо, но очень хочется, да, и ты заходишь в метро, и ты стоишь просто как кротик какой-то период времени, ждешь, когда они просто нагреются, поэтому есть и такого плана спрей, есть спреи разные по объему, тоже можно купить маленький, большой, красный, зеленый, синий, то есть любой. И в то же время они еще есть такие, как антистатик. А то есть, чтобы такое? Пыль меньше, скажем так, ну, можно и так сказать, да, потому что, понятное дело, что вы же в очках ходите по улице, вы ходите вот здесь, в любом случае есть пыль. Поэтому еще и антистатический эффект. Но я свои чищу раз в неделю спреем. Анечка, на завершение. Да. Что найголовніше треба враховувати при виборі окулярів? А, щоб вони вам подобались всією душею. Потому что и не экономите на окуляры. Ни в коем случае. Потому что то, что я вижу по нашим клиентам, по нашим людям, когда клиент приходит и хочет, знаете, что-то выбрать хорошее, и в то же время потом говорит, ну, я не знаю. Но зараз экономить сотню гривень, а потом будет жалеть. Но тут даже дело не в... Купи и платить. Дважды, это понятно. Там. Но тут дело, знаете, не в экономии даже, а когда клиент говорит, не хочу я очки. Не хочу. Вот мне просто сказали, надо. Я ходил к своему... О, как у вас теперь блестят очки. О, клас. Я навіть, знаєте, з власного досвіду експлуатування різних ось таких ось салфеточок, ось це, мені здається, саме з великий розмір, це топова. А ще спеціально для вас теж ищу.
лучше, если вы с прорезиненными вот такими штучками. Это для того, чтобы салфетка не выскальзывала из рук. Потому ага. что, да, то есть этим вы держите, угу. этим вы используете. Очень удобно. О, поэтому или прекрасно. Большую, или угу. с вот такими. Я думаю, що мені можна потихеньку йти, і Макс буде Саню вести весь ефір. Ми, до речі, знаємо, про що поговорити. Класно. Дивись, ми сьогодні розвіяли найголовніший стереотип. Мені здається, що ми провели дуже корисний ефір, тому що є дуже багато нюансів, глядачі. При виборі окулярів будьте... уважними до себе, так, до своїх відчуттів, звертайтеся до експертів, які вам порадять. Ви зараз подивилися дуже пізнавальне відео, яке ми зробили спеціально для вас, але робили з любов'ю на нашому каналі «Правда тут». Обов'язково підписатися, бо з любов'ю зробленого матеріалу там ще багато. А я вам нагадаю, що там є дзвіночок, який, коли ви натискаєте, нагадує вам, що з'явилось нове відео з новим гостем, з новою інформацією. І вам обов'язково варто його подивитись, тому що ми готуємо лише найкраще і лише для вас.